Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Наталья Полянская. Сегодня мы расскажем о православной выставке-ярмарке. По благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия и при поддержке районного исполнительного комитета Минский фестиваль православной культуры «Кладезь» радовал палачан. Православный фестиваль проводится в Беларуси с 2008 года. Организаторами являются Минский Свято-Елисаветинский женский монастырь и сестричество в честь преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы. Добро пожаловать на фестиваль «Кладезь» и надеемся оправдать вот высокое доверие и все надежды, которые на нас возлагаете. И, конечно же, каждый раз я говорю о том, что это не покупка с вашей стороны, не продажа с нашей стороны. Это жертва ваша, и вы приобретаете что-то за вашу жертву. А жертва идет на благотворительность, на приходы вашей епархии и нашей Минской епархии тоже. Поэтому за это вам низкий поклон. Еще же есть духовно-просветительские мероприятия. 8 встреч. Вот в это время сейчас уже начались, и 8 встреч сегодня уже пройдут в вашем городе, в том числе и для воспитанников детского дома, куда привезли гуманитарную помощь и где покажут спектакли. Каждое благое дело нужно начинать с Божьего благословения, с молитвы. Перед открытием фестиваля иерей Алексий Кушниревич, клирик прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы, совершил молебен на начало всякого дела. После общего моления священник обратился к присутствующим со словом назидания. Господь пришел для каждого человека, и каждый человек призван войти в это Божье Царство, где будет вместе с Богом, вместе со Христом. Самое главное – не потерять Бога в своем сердце, не потерять образ Божий, который есть у каждого из нас. И как бы мы низко, может быть, иногда не поступали и не пали, Господь любит нас за то, что в нас, в каждом из нас, есть свет Христов. Пускай, может быть, это небольшой огонь, это маленькая искорка веры, это маленькое пламя, как пламя свечи, но оно должно гореть внутри нас, потому что это пламя поддерживает в нас жизнь. Жизнь духовную и, соответственно, жизнь физическую. Пока мы живем здесь на земле, у каждого из нас есть миссия, у каждого из нас есть задача, которую он должен выполнить здесь, для того, чтобы, пронеся вот этот свой крест, у каждого он тоже разный по тяжести, войти в Царство Небесное к своему Небесному Отцу. Отец Алексий отметил, что во время молебна возносил молитвы Богу, чтобы Господь благословил выставку и приходящих людей. Чтобы они отсюда ушли, взяв что-то новое и принесли это в свой дом, чтобы они получили тут какое-то утешение для своей души, получили какие-то ответы на возникающие вопросы каждого человека. Очень важно, чтобы каждый человек, который пришел сюда, который, может быть, не дойдет до церкви по каким-то причинам, но зайдет сюда посмотреть эту выставку, вынес отсюда частичку любви, частичку тепла, чтобы он увидел здесь то, что здесь находятся не совсем обычные, будем говорить, люди. Не те люди, которых он может встретить там в автобусе, где-то, чтобы он тут получил ответы на свои какие-то вопросы, чтобы он здесь вышел отсюда не как из магазина с какого-то, а чтобы он вышел отсюда, будем говорить, как из храма, как из какого-нибудь часовни, там, какого-нибудь молитвенного собрания верующих. Несколько слов о духовной вере с пожеланиями здоровья, мира и достойных трудов, а также выражаю благодарность представителям Свято-Елисаветинского монастыря за ценную инициативу, высказал представитель Полоцкого районного исполнительного комитета. Проведение на Полоцкой земле фестиваля православной культуры «Кладезь» стало уже доброй традицией. Подобные мероприятия имеют большое значение для нашего общества. Ведь во все времена вера укрепляла и поддерживала жителей Полочины. И духовная жизнь не замирала здесь даже в годы самых суровых гонений на христианство. Примером для всех нас является преподобная Ефросиния Полоцкая. Мужество и верность нравственным идеалам, бесконечное милосердие и любовь к ближнему, стремление к созиданию, ощущение нравственного долга перед Родиной и высокого предназначения – вот посыл преподобной Ефросинии всем людям, дошедшей до нас из глубин прошлого. Ее жизнь словно бы говорит нам, что место для духовного подвига есть в жизни каждого.
На выставке-ярмарке, которая была представлена в Центре культуры Полоцк, жители и гости города приобретали изделия монастырских мастерских, иконы и церковную утварь, керамику, монастырский хлеб и мед, книжную продукцию, диски, красивые вещи для создания домашнего уюта и тепла, одежду и текстиль. Также полезные и красивые изделия ручной работы и натуральные продукты, именные ложки и платочки, чайные наборы с росписью, декоративные свечи, косметику для красоты и продукцию для здоровья на натуральной основе. Каждая вещь особенная. Она сотворена не только из материала, но и любви, молитвы, усердия и душевного тепла. Юные жители Полоцка смогли принять участие в творческой акции «Подарок городу». Суть акции состояла в создании уникального арт-объекта руками горожан прямо на территории выставки-ярмарки «Кладезь». В течение 2 дней каждый желающий мог стать соавтором объемного мозаичного панно из смальты «Ихтис», презентация которого планировалась на закрытии фестиваля. Вместе руками тесуны мы создаем мозаику в форме рыбки от света Лисеевского монастыря. То есть участие принимает любой желающий, ну это получается как вклад каждого в общее дело. В принципе, как это все проходит? Накладывается раствор, потом приходят дети, придумывают рисунок и камень за камнем укладывают этот раствор. И мы пытаемся сделать, как бы, каждый по крупице вклад в общее дело. Как вот эти дети, они вместе создают эту вот рыбку. Рыба в переводе на греческий «ихтис», что выражает исповедание христианской веры, так как это слово состоит из начальных букв слов «Иисус Христос, Божий Сын Спаситель». Я вот делала, ну, с помощью наставника крест, и вот сейчас постарнает. Я создаю низ рыбки разноцветными камушками. И получается очень красиво. Порадовала посетителей детская гостиная. Здесь можно было отдохнуть вместе с детьми, поиграть с игрушками, посмотреть мультфильмы, а также познакомиться с удивительным, душевным и гостеприимным миром кукол, которые учат добру и милосердию. Для самых юных горожан в рамках фестиваля прошли увлекательные представления древнего народного кукольного театра «Батлейка». Батлеем. По-русски звучит как Вифлеем. Да, первые спектакли были о рождении Иисуса Христа. Уже от слова «Бетлеем» образовалось слово «батлейка», как рука и ручка. Раньше батлейки делали немножко поменьше, чтобы батлейщик носил за плечами. Как рюкзачки вы носите, так он закинул за плечи батлейку и ходил, бродил по свету и показывал свои спектакли. Детям была представлена сказка «Небесный гость». Ребята знакомились с главными героями, а после просмотра участвовали в викторине и делились впечатлениями. Зачем ангел прилетел? Чтобы творить добро. В программе для маленьких гостей были запланированы творческие мастер-классы. Параллельно с выставкой «Ярмарка» работал социально-культурный проект. Организаторы фестиваля предлагали различные проекты духовно-просветительского содержания по разным направлениям. Каждый проект затрагивал очень важные вопросы мирской жизни. В программе мероприятия была встреча с известной писательницей Татьяной Дашкевич для ветеранов и юных читателей, беседа о православных святынях Беларуси с культурологом и преподавателем Натальей Щербаковой, беседа с учащимися о вреде сквернословия с насельницей монастыря монахиней Марии Литвиновой, встреча-беседа со студентами медицинского колледжа на тему духовно-нравственные аспекты медицинской этики. В Полоцком дворце культуры «Стекло-волокно» фестиваль пробыл 10 дней. Много чего люди рассказывали про выставку, делились своими впечатлениями. Вот и, конечно же, о всяком деле, добром, прошедшем, мы всегда благодарим Господа, как благочестивые рабы и делатели. Последний день состоялся молебен. По окончании всякого дела и отец Алексий сказал слово назидания. Самое главное, награда – это, конечно же, награда от Бога. Награда также будет для нас увеличение количества наших прихожан, их, будем говорить, молитва за нас. Потому что, на самом деле, само отношение людей к церкви – это и есть внутренняя жизнь церкви. А для этого должны мы трудиться, не покладая сил,
как это делала святая Елисавета, в честь которого назван ваш монастырь. Много подробностей, которых мы узнали именно только Марфа-Маринской обители. Это дом, где она жила, на территории которого построена эта обитель. Это была больница построена, где безвозмездно лечились люди. И когда в советское время ее даже не удалось по-человечески сначала похоронить, потому что она была брошена в шахту, вот, и она упала не на дно шахты, а упала на 6-метровую высоту, на козырек там какой-то каменный. И даже там она лечила там мужчину, вылечила также там графа или князя, который также был вместе с ней брошен. Вот, и когда нашли уже, когда Колчак после уже приехал, после того, как уже была расстреляна царская семья, вот, они нашли их со сложенными руками. Вот. Все в свое время она проводила, конечно же, молитвы. И еще какое отношение было праведной Елизаветы, когда она пошла в темницу к убийце своего мужа и сказала, что я тебя прощаю, вот, только покаясь. Но, к сожалению, он не раскаялся. Какая любовь была в сердце этой женщины. И какие чудеса Господь посылал, что даже когда она коснулась слепой, которая сидела, она коснулась края одежды, этот слепой исцелился. На самом деле это происходило уже в недалекие времена, не там не тысячу, не 2000 лет назад. Это было всего лишь там век, два, полтора века назад, когда это все произошло. И действительно, среди нас также есть святые люди, которые, может быть, не открыты сейчас миру, как это было и раньше. Но Господь каждого человека может сделать святым, потому что зачатки этой святости есть каждого из нас. Это искра божественной любви, благодаря которой мы живем, которая держит нас на этой земле, за которую Господь нас любит и благодаря которой Господь призывает каждого из нас в свое Царство Небесное. Потому что мы должны служить Богу, мы должны служить ближним, мы должны показывать любовь среди нас, мы должны относиться ко всем людям как к себе и даже лучше, потому что каждый человек, мы должны относиться к каждому, как говорит наша матушка Евдокия, как к Богу. Готовишь как для Бога. Принимаешь ты кого-то в гостях, принимай как Христа. Изделия Свято-Елисаветинского монастыря стали прекрасным подарком для каждого, кто посетил ярмарку. Многие желали сделать что-то приятное для родных и близких, кто-то помочь нуждающимся людям. Со своей продукцией на фестиваль приехали представители Минского храма «Неупиваемая чаша», где была представлена литература и церковная утварь для родственников больных алкогольной и наркотической зависимостью. Здесь можно было заказать стребы или купить именной кирпичик для вечного поминовения. Некоторые сестры высказывали свое мнение о палачанах, которые посещали выставку. Наверное, добрые, хорошие. Люди душевные. Покупали иконы, спрашивали, вот это радует. И люди очень интересовались всем. И покупали все по чуть-чуть. И вот кирпичики, там на 30 храм, тоже проблем очень много в семьях. Вот, и иконочки, и вот и крестики. Вот, и чай наш, и водичку нашу. То есть как-то стараются, они понимают, что это жертва. Они же не в магазине, не на базаре. Это жертва на строительство храма. Они все это понимали и старались как-то что-то приобрести. Просто мне было очень удивительно, что в первую очередь ушли красивые, росшие по сырой глазури, дорогие вещи, дорогие изделия. Почти авторские такие-то, авторские работы на уровне. Блюдо очень красивое, и роспись по сырой глазури тоже кружки. Детский ассортимент пользовался спросом. Фестиваль православной культуры «Кладезь» сохраняет духовное наследие Белой Руси. Это общественное церковное мероприятие помогает укреплению взаимосвязи между приходами и епархиями, между церковной и государственной властью путем работы в духовно-нравственном направлении. Сегодня в духовно-просветительской программе «Лампада» мы рассказали вам про фестиваль, который является символом возрождения духовных традиций и восстановления исторической памяти. В студии была Наталья Полянская. До свидания, до новых встреч!